Йоу-йоу и Серега! Ну что ж, ребят, держите вам по микрофону. У вас будет сейчас отличная тема, которая раскроет вас, раскроет нашу страну. Располагайтесь вот так, как я оставил в конце наших ребят, потому что здесь судьи, как бы все расположено так, и будет баттл друг напротив друга. И, кстати, не забывайте, что это баттл, и вы должны, раскрывая тему, убирать своего соперника. Ну что ж, первый раунд и первая тема — это респект президенту. Респект пердизенту. Да, респект пердизенту. И как бы противоположная тема — это да пердизент лох, выбери меня в пердизенты. Ну что ж, прокачайте эту тему на все 100%! Ток. Решайтесь, кого сейчас, кого сейчас первого вдохновит этот кач, тот и начинает. Йо, кого вдохновит, я даже не знаю. Но в общем, в этой стране я сам давно проживаю, каждый раз наблюдая все эти улицы, дворы, на которых каждый раз гуляем с вами мы. Кто президент и сейчас, кто главный, кто нет. Походу, кто-то сегодня ест какой-то омлет, сомнений нет. Мы живем сейчас, и оно... Как ты сказал, президент или что? Блин, зачем это надо, я не понимаю, но... Наверное, что-то из похвалы можно сказать все равно. Наверное, мы все-таки живем, и хорошо. Пускай иногда бывают проблемы, но это все ведь... Все как будто бы, блин, не то. Главное, что мы счастливы, наверное, на какой-то момент. Блин, что сказать про президента, не знаю. Давно телевизор свой я не включаю. Только радиоволна, хип-хоп волна всегда живет со мной туда и сюда. Несет меня как будто ветер, встречи. Мы собираемся с вами как будто здесь на вечер. Что-то обсуждаем, понимаем. А в думе да, что по телевизору мы наблюдаем. И даже сами не знаем тех людей, кто... В ответе будет все равно, сейчас, ну типа табу. Вот. Спасибо президенту, я свободен. Моя мама ходит в моде. Мои друзья рождают маленьких детишек. Брат звонил, привет, ты тише, мой сын спит. Он очень хочет пойти завтра в школу. И мама тоже хочет, знает, что ее парень растет, живет. Дышит в свободной стране, но я не знаю, что сказать вам, ребята, потому что респект — это не мое. Я даже могу сказать только одно. Вторая тема ближе мне, потому что я за... Да, я за говно. Простите за это грубое слово, потому что я работаю в школе, и я знаю, что такое учить детей, когда они смотрят в глаза тренеру. Да, это смешно, потому что моя огромная зарплата 13 тысяч рублей, и так надо. Ты можешь ходить очень гордым, дышать свободно в нашей стране, но когда ты ходишь в одних и те же штанах, ты думаешь, вот так. Я даже очень хочу вам сказать спасибо тебе, президент. Да, спасибо большое. Я не сижу и уже не учусь в школе, я закончил универ. Я хожу бодро, моя походка от бедра, потому что я танцую бальные, очень бальные танцы, красивые, и сейчас закончу. Спасибо вам за рассказ. Вау! Ну что ж, кто-то попытался раскрыть сразу же две темы, но я повторяю, что второй раунд — это президент, пердизент, говно, выбери меня в пердизенты. Раунд 2, диджей Скотч. Кем-то нужно становиться, может быть, да. Президентом, быть может, топтаться слесарем, да. Может быть, просто на улице читать, кем же стать сегодня, начал об этом замышлять. Вроде быть президентом — это хорошо. У тебя куча денег, решает вопросы и все. В общем-то, блин, что-то никак. Про президентов что-то мне не хочется быть, что-то не тот ништяк. В общем-то, блин, куда сегодня унесет меня моя голова. Главное, что, наверное, президентом все-таки быть не хочу. Поэтому вот так вот фристайл и свои мочу. Тема непроста. У президента, наверное, большая голова. Он, наверное, знает, что сказать. Ну, в общем,
можно это показать. Йо, Серега. Наоборот скажу, хочу быть президентом, реально крутым, большим перцем. Буду всякие вопросы решать, буду брейкером я помогать. Вы будете все в шапках ходить, может быть даже немного курить. Да, легализуем всякую гадость, пускай нам скажут, вы ненормальные. Но я строю маленький Амстердам, где-то рядом с Колпино, ну где-то там. Да, конечно, все мои друзья будут говорить: Серега, о, да, да, все голосуют за Серегу. Да, он хороший, немного, но сейчас на самом не об этом. Я скажу вам, хочу президентом быть. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Вот так, вот так, вот так, вот так! У-ху! Ну что ж, кто будет президентом? 3, 2, 1! И президентом становится Серега! Серега проходит следующий круг.